Лига суперзла, воздушный Волтер. Бессмертие — это еще один повод, чтобы тебя в качестве полноценного участника приняла Лига суперзла. Воздушный Волтер спокойно переносит удары и падения с огромной высоты. Ему не страшны взрывы бомб, падения на шипы, кувырки на батуте. Потешного кроху в красном костюме, слизанного с униформы Дэдпула, пинает под зад все, кому не лень. Малыш взмывает до небес, но не жалуется, так как еще не заслужил уважения у более опытных злодеев. Его футболяет от земли до небес, унося в безвоздушное пространство, а сила земного притяжения не позволяет улететь в космос безвозвратно. Антигерой ставит себе цель запустить крохотного злодея Волтера так далеко, чтобы никто не смог побить рекорд по дальности полета. Бедняга терпит побои, ведь ему ничего другого не остается, так как Лига супергероев занята дружками Супермена и Бэтмена. Здесь же хоть кто-то обращает внимание на Волтера, что не делает его пустым местом во вселенной. Помогите Волтеру побить рекорд великого вредителя и попасть в книгу всемирных вредителей.